Всех приветствую на вскрытии 10-го последнего блока из третьего кейса КХЛ «Золотая коллекция 2017», блок номер 2075. Всем удачи, начинаем. Пакеты немножко сдвинулись, я так понимаю, что это из левой стопки был пакет, да, так и есть. Ну что ж, начинаем. Коллекционер волосатый, по традиции, выбирает первый пакет, и ему достается карта Владимира Малахова из-под серии «Легенды хоккея». Пакет номер два, коллекционер Кросто 1/33. И снова отличная карта, Михаил Коновалов, «Белые медведи», клуб МХЛ, 9 номер из 10, автограф джерси. Коллекционер Саланы, пакет номер 3. Здесь базовая карта Кирилла Кольцова. Трактор. Пакет номер 4. Это автограф Карины Верховцевой. Тиражом 20 экземпляров. Участница женского матча звезд. Коллекционер Дакс 8, пакет номер 5. Это джерси Ильи Ковальчука. 22 номер из 50. Команда СКА. Пакет номер 6. Павел Егоров. Ну, достается карта Сергея Терещенко, посвященная победе Металлурга в плей-офф. Дмитрий Шей. Пакет номер 7. Что-то интересное, мне кажется. Да, отличный кусок. Логотип матча звезд. Павел Францоус. 20 номер из 25. Трактор представлял этот голкипер на матче звезд. И, наконец, 8-й пакет. Коллекционер волосатый. И здесь юбилейный логотип КХЛ 10-го сезона. 6-й номер из 50. Первый раз за 3 кейса попалась карта с этим логотипом. Памятная, в общем-то, вещь. Пакет номер 9 и... Организатору брейка достается Сергей Мыльников с потери «Легенды хоккея». Далее коллекционер Кротто 1/33, пакет номер 10. Это джерси Фанни Гашпарич, тиражом 50 экземпляров. Коллекционер Фест, пакет номер 11. Ох, повезло Андрею как. Райан Стоа, 9 номер из 10, «Спартак». Отличная карта, отлично вписан автограф. Смотрится довольно прилично. Пакет номер 12, Дмитрий Ше. И автограф Владимира Калугина. Тиражом 20 экземпляров. Далее, 3 пакета коллекционера Фест. Первым из них Юрий Ляпкин. Под серии «Легенды хоккея». В пакете номер 14 у нас Михаил Коновалов, «Белые медведи». И в пакете номер 15 что-то поинтереснее. Опа, буква Вячеслава Воинова. Первый номер из 6, вот так вот. Никто не хотел забирать эти пакеты. Андрей решился, и я думаю, что не пожалел об этом. Первая буква из 6 возможных. Вячеслав Воинов, СКА Санкт-Петербург. Вот так, последние пакеты, которые забирают в последнюю очередь, очень часто таят в себе хиты. Ну и в завершение Илья Ковальчук, базовая карта матча звезд, 50 номер из 50, достается коллекционеру Дакс 8. На этом все, с третьим кейсом закончили. До встречи! В четвертом кейсе и в новых брейках.